Итак, начинаем считать шаги от нашего отеля до пляжа. Поехали. Это все еще кричат цикады. Чуть не сказал стрекады. Вот у нас тут такое вот маленькое место с соснами. Обалденный воздух. Слушайте, воздух просто обалденный. И вон там мостик. Ну сколько тут? Ну метров 50. И все. И мы уже на пляже. Вот сейчас посмотрим. Че кричишь, что пристало? Кричи дальше. Вот такие у нас тут парковые места. Рано утром здесь валяются шишки. И кто успел, тот их подобрал. Вот людишки идут на пляж. И мы следом за ними. Моя уставшая, но довольная морда. Мы сегодня приехали. Вот тетку надо было пропустить. Мы сегодня приехали в Бибионы. Фух, пробок на дороге не было. Все было просто классно, просто офигительно. Ну а вот, собственно, наш пляж. Вот. Не прошло и полгода, как мы вышли на пляж. Сейчас подойдем к нашему домику и посмотрим на наш домик. Какой он. Кстати, а где наши ящерицы? А, ну они будут только утром. Вот мое семейство располагается в павильоне. А вот это наш пляж. Не такой уж он и широкий. Ну и народ. Кстати, да, если вот видно, то там далеко-далеко впереди центр города. И там действительно народу полно. А здесь вот смотрите сами. Сейчас мы пойдем проверять, какая здесь хорошая вода. Ну вот оно, море Адриатическое. В общем, ребята, смотрите сами. Мы приехали. На всю дорогу мы потратили буквально, скажу прямо, 7 часов. На автобане пробок не было вообще. Мы приехали сюда, получили ключи, потом успели еще сходить на базар, который каждый вторник в Бибионы проходит. Купили на базаре ящик дынь, 6 штук всего-навсего, стоят 2 евро. Потом заехали в магазин Ойрашпар и закупились там продуктами, хлебом, молоком, маслом сливочным, пивом, бира Моретти, перони. Купили дынную водку, чтобы попробовать, что это такое. Ну и так по мелочам. А сейчас вот, смотрите, какая вода. Вчера, мы когда пришли в гостиницу получать ключи, вчера, оказывается, здесь был ураган, можно сказать, было волнение на море. И немножечко вода была мутная сегодня с утра. И утром нам вот это сказала в гостинице менеджер, что выдавала нам ключи от апартаментов. Сказала, что сегодня на море вы будете одни, потому что люди боятся выйти на воду. Холодно, наверное. Ну, я вот вышел. Сейчас будем плавать. Класс, обалдеть. Отпуск начинается. Конечно, если не считать того, что у меня несколько дней отпуска были просто проведенные дома, нужно было сделать кучу разных дел. Управиться с одним, с другим, с третьим. И вот только потом можно было ехать в отпуск. Вот, пожалуйста, это павильоны. Значит, один такой павильон в день, чтобы его арендовать, стоит, по-моему, 35 евро. Но у нас... О, крабы! Идите нафиг, блин! Краб за ногу меня кусает. Ёлки-палки. Но у нас все включено в путевку. И поэтому мы всего-навсего заплатили за каждого человека 85 центов за день. То есть, получается, за 10 дней мы, грубо говоря, платим, ну сколько? 21 евро, да? Вот. А зонтики стоят, по-моему, 12 или 14 евро в день.
Но что в этом павильоне? В этом павильоне два шезлонга, два лежака и столик. И это все принадлежит нам в течение 10 дней. Ой, как хорошо. Ой, парусники, смотрите. Красота, блаженство, Италия. Тут я недавно видел, по телевизору показывали в Испании, где-то на Майорке или еще где. Рыбки маленькие людей кусают за ноги, причем кусают так больно, как москиты. Какие-то там барбусы непонятные. Я вот это вспомнил, потому что меня сейчас краб за ногу щипанул. Елки. Придется быть немножко осторожнее. Так, ну что, ребята, проверяем воду, какая она. Сейчас я окунусь в водичку, зайду чуть-чуть подальше и окунусь в водичку. Естественно, это видео выйдет уже, я надеюсь, или в конце отпуска, или уже когда я приеду домой, потому что у меня просто-напросто не хватает времени на все абсолютно, чтобы сделать. Но проверяем сейчас воду. Какая она? Ну-ка. Хорошо, хороша водица. Хороша водица. Слушайте, я обалдею. Я обалдею. Если есть желание, приезжайте. Приезжайте, потому что море зовет. Море ждет. Сейчас самый сезон. Народ просто балдеет, находясь на пляже, находясь в воде. По утрам, если отличная погода, если тепло, то по утрам здесь вот этих вот парусников просто пруд-пруди. Очень много. Ну, это мое первое видео, которое я вот соберу до кучки и выложу вам на канале, чтобы вы могли посмотреть. А потом буду постепенно, понемногу показывать, как мы отдыхаем. Вот что-то у нас летит. Супер-эпервизот от Испания. Как говорится, реклама — двигатель торговли. Визота – это местный супермаркет, один из крупных в этом районе. Крупнейший тут Винер, потом вот этот Визота и Ойрашпар. Хорошо шумит. Класс. Это просто обалденно. Провести отпуск на море. Красиво, тепло, солнышко светит. Сейчас я, кстати, посмотрел, там на столбе вот этот вот висит градусник. На градуснике показывает сейчас вот в половину шестого вечера. Сейчас, секундочку. Календарь потом показывает время. Вот сейчас 33 градуса. 33 градуса, это в половину шестого вечера. Ну, что еще надо? Что еще надо? Адриатика просто помогает вам насладиться морем, насладиться отдыхом и насладиться отпуском. Обалденно. Водичка просто супер, просто зашибись нафиг. Вот какие маленькие волны. Это если бы не вчерашний вот этот вот ураган, сильный ливень тут был, то сейчас вода была бы кристально чистая. Но она и так нормальная, вот. И так нормально. Водоросли просто поснимала со дна. Ну ничего. Класс. Обалденно. О, помчал мужик. О, помчал. Скороход на доске. А? Обалденно. Обалденно. Вот я. Довольный. Первый день, да. Вечером мы еще пойдем обязательно пиццу покупать, потому что самая лучшая пицца действительно делается только в Италии. Несмотря ни на какие рецептуры, ни на что, самая лучшая пицца делается в Италии. Это я могу подтвердить с опытом человека, который вот уже восьмой раз подряд приезжает в один и тот же город в отпуск. В один и тот же апарт-отель, можно сказать, чуть ли не в одну и ту же квартиру.
Потому что нравится, потому что хорошо, потому что классно. Да. Народ веселится. Класс. Вон там вдалеке парус плавает. Парусник летает. Да нет, это не парусник, это парашют летает, елки-палки. Парусники вон там. Да, засмущали меня тут. Засмущали меня тут нафиг филейными частями, блин.